Ярославский проект по выявлению талантливых детей «Я Умка» стал лучшим на Всероссийском съезде «Вектор детства 2018». Программа нацелена на выявление лидерских качеств и подбирает индивидуальный процесс обучения ребенка. В Ярославской области ей уже успешно пользуются несколько тысяч родителей и учителей. Опыт ярославцев решили позаимствовать и в других регионах страны. Главный наш фундаментальный принцип – это каждый ребенок одарен. И наша задача – раскрыть его таланты. Вот в этом успех России.